К тебе подарок пришел на день рождения. Это рюкзак! Где? Смотри, потом их можно... В красный помидорчик, смотрите. Смотрите, единорог с рогами оленя. Заходите, привет. Как делишки? Как делишки? Привет. Привет, все, пришло стекло. Да, я стекло сидела, наклеивала на iPad. Чего ты такая, устала что ли? Стеклышко наклеила. Что тебе плохо? У меня болит, когда я наклеила. Что болит? Спина? Да. Это из-за спорта? Нет, это когда я уже проснула спорта. Папика. Значит, у меня нету сил. Как дела, Ксюня? Как твоя шапочка новая? Ну, не новая, Маргаритина. Нормально? Да, но хочу другую. Другую хочешь? Ксюшечка вчера шапочку потеряла в IKEA. Забыла. И очень сильно расстроилась. Ну, уже забыла, да? Вчера плакала. Все, уже успокоилась. Она вчера плакала, что она свою любимую шапочку потеряла. Но мы новую купим. Она с этой шапкой ходила 3 года. Я 4. Если не больше. Может, даже и 4. 4. И тут вдруг она ее потеряла. Ничего страшного. Кстати, Маргарита, к тебе подарок пришел на день рождения. Можно открыть? От кого? Угадай, от кого? Вадалак! Вадалак! Да. Юби! А когда у нее будет день рождения, мы ей что-то купим. Да. Иди вон там, в комнате. Сюда неси. Здесь я не открывала, ждала тебя. Я не знаю, что там. Немножко, немножко запоздала, конечно, посылочка, но ничего страшного. Там мягенькое что-то. Я думала, что там какой-то рюкзачок, я не знаю, что такое мягенькое. Ксюша, Влада Ксюша присылала на день рождения мишку с футболочкой, да, Маргарите, не знаю, что. Посмотрим. Рюкзак. Мне тоже кажется, что рюкзачок. Мы тебе тоже что-то отправим. 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 Это рюкзак! О, подожди, Ксюша, осторожно. Он там приклеен, надо вот так вот открыть. Смотри, какой рюкзак. Круто! Какой миленький котеночек. Прикольный такой. Ты же хотела рюкзачок? Да. Да. Иди нашел. А это для Маргариты. Марго. Открываем. Что за надпись? С днем рождения. Привет, Марго, с днем рождения тебя. А, как мило, спасибо большое. Здорово. Классный такой рюкзачок. Ну все, теперь рюкзачок у нас будет. Теперь у Маргоши будет рюкзачок, который она очень-очень хотела. Влада, спасибо тебе большое. Кстати, ребят, если кто-то еще не знает, кто такая Влада Лак, у нас есть на YouTube видео, когда она к нам приезжала. У нее тоже есть свой канал. В общем, мы оставим ссылочки в описании, когда Влада приезжала к нам в гости. Если кто-то еще не видел, можете посмотреть. И девочки очень хорошо подружились и теперь общаются на расстоянии, потому что Влада живет в Польше. Так что... Может быть, мы когда-нибудь поедем к ним в гости. Да. Мы приехали за Маргаритой и за Ксюшей. Сейчас поедем в магазин. Сейчас девочки выйдут со школы. А, кто там прибежал? Еще одна. Что, поехали? Да, это папа. Это что такое? Записка от учителя? Да, у тебя тоже? Да, подружка.
Пристегивать. Так, нужно Маргарите купить штаны, только не рваные. Как дела в школе? Макс стучит по голым коленкам. Че, не попадаешь, что ли, там? Да, вот сюда. Все, поехали. Все. Мам, не жаль. Смотри, что я для вас сделала. Давай. А ты что, с этим ходила уже? Да. А я даже и не увидела. Вау. Он смотрит на снег, который падает. Круто. Спасибо. Только в рюкзачок спрячь. А, да, да. Какая красотища. Вот такую елочку. Может, домой возьмем такую? Классно, супер. Красота, лепота. А вон еще елочки. Зеленый и желтый. Видишь, я говорила, что год свиньи желтый. А что, всегда будет желтый и зеленый? Нет, у каждого, который год приходит, животного, да, какого-то, у него свой цвет. Где? Такие мягенькие. 20%. Пойдем. Такие штаны? Нет. Ну, это же цвет новогодний. Мы пришли в H&M. Смотри, какая. Пушистенькая, мягенькая. Я тебе уже такой заказала. А, нет, я размера не было. Нет, не было размера. И здесь тоже нет размера. Ты не хотела заказать, но я не захотела. Нет размера здесь тоже, видишь? Нет размера. Я другой вам купила. Я Каролинке такой взяла. Курточки, Маргаритка. Курточки 20%. Смотри, я хотела... На тепленькое внутри. Нет размера на меня. Нет, это совсем для маленьких. Это как Каролина. Как Каролина, вот это бы Каролине или вот это. Посмотри, какой. Угу. Сушечка, смотри, какая кофточка. Она чешется. Нет, она наоборот мягкая. Яркая такая. Нет, смотри, я одна одела. Леопард. Нет, она не чешется. Это как твоя, эта беленькая, со звездочками, которая Каролине перешла. А, ну только это не Adidas, это просто блестящие. Сколько они стоят? Просто блестящие. Это Нью-Йоркер. Тебе купи, мама. 14-15 франков, а номер 39 мне нужен. Вот это 39. Это 39. Давай возьмем все. Давай, давай. Какие милые. Какой мне выбрать? Котики? Или пингвинчики? Лев? Коль, мой кот. Какие лучше пингвинчики? А ну-ка, какой там цвет еще есть? Посмотри, это лама. Или розовенькие котики, best friends. Папа сказал 40. Потом их можно... Я хочу... Ну, это же... Там только блестящие? Да. А Каролина, если их откроет? А если Каролина откроет ваши яйца новогодние? Я не могу. Шарики, то есть? А то отсюда вам можно высунуть, да. Но это нет. Почему? Смотри, я нашла золотой. Вот золотой этот. Маргарит, так нельзя. Нога застрянет и все. Потерял, он там сидит в Макдональдс. Я сказала, что мы уже идем, и 30 минут нас нету. Все, поехали, папа уже устал. Папа хочет домой. Поехали. Да, на, держи свой шарик. Почему я должна шарик держать? Все, ребятки. Мы уже больше не можем. О, какая пробка. В общем, все решили это. За покупочками поехали. Мы были в одном магазине только в одном магазине. И решили поехать в другой магазин. И вот так вот стоим. Даже не можем доехать до другого магазина.
Дети сходят с ума уже в машине. Каролина спит вон там в конце. Я не могу больше сидеть. Маргарита, ты как помидор красный. Кто же? Это я. Маргарита, ты красный помидорчик, смотрите. Я уже не могу терпеть. Мы кушать хотим. Мне уже нет. Дай Максу посмотреть, он же просит. Чуть-чуть, чуть-чуть, не сильно. Не знаю, наверное, мы не доедем до этого магазина и поедем домой. Столько машин было, сколько мы там в пробках стояли. Это мое, и это мое, и это мое. Это у меня. Мусс для душ, после душа вообще. У меня две вот такие, одна для моей подружки. Физиберри. Да, слава! Вот это. Я хочу попробовать. Может, мне тоже попробовать? Мама, такой же был у вас вроде. Мне не нравится, как он пахнет. Тут вкусно пахнет. Давай на тебе на руку. Ах, так много. Давай. Она пахнет вишней, что ли? Да. Черешней? Fizzy berry. И потом будешь это как просто после душа. Каролина себе выбрала календарь Лол и взяла все, открыла сразу. Она, в общем, не поняла, что нужно открывать по одному окошечку каждый день. И взяла все, открыла сразу. Но ребенок. Ребенок ждать не может. И ботиночки потеряла ты в машине. Потом надо в машине поискать, хорошо? Потеряла. Надо было ждать, она уже в машине начала открывать. Взяла, достала. Начала открывать в машине все. Разбираем мы пакеты все. Ксюша там пенал свой опять в порядок привозит. Новые купили. Как ты так быстро списываешь карандаши все? Все у меня забирают. Они говорят, у меня нету, а у них есть. Я всегда говорю, нет. Бедный ты мой ребенок, все забирают карандаши у нее. У них своих нету? Да, есть, но они не хотят. Они хотят твои? Да, мои очень хорошие. Какие хитрые, а? Просто не хотят тратить. Они не хотят свои тратить, они тратят твои, да? Угу. Не буду им больше давать. Дима хороший. Ты такая добрая душа у нас, да? Угу. Это что, в кофте? Смотрите, ребят, нам забыли снять. Мы не украли, нам забыли снять. Сейчас Маргарита только одела, померить и видит, что у нее висит да, такая вот. Да, когда я одевала, я думала, что там такое холодное. Я посмотрела тогда. Угу. Так вот бывает. Теперь нужно как-то снять, я не знаю как. Папа сказал, надо посмотреть. Нет, надо на YouTube посмотреть, обязательно там, наверное, показывают. В общем, мы взяли три одинаковые вот такие вот кофточки у девочек. Это Ксюшина. Стоила она 9 франков. Каролина снимает. А это Каролинина. Это Каролинина тоже. А это тоже Каролинина? Нет, это большая. Нет, это Маргарита. У Каролины 110, 116. Это Каролинина, да, потому что они у нас... Ой, снеговик, посмотри, снеговик. Парамиф. Да. Ясно. Это Маргарита, вы будете с Маргаритой сидеть. А я взяла вот такие штаны. Маргарита, есть такое платье с этими. С одежкой и такую футболочку. Угу. А это Максу, снеговика. Я это. Ой, смотри, он цвет меняет. Ну. Это пингвин. Из снеговика превращается в пингвина. Пингвин тоже такая есть. Сначала снеговик, потом пингвин. Где? Вот это? Вот этот. А, точно, я не знала. Вот пингвин. Теперь снеговик. Точно. Ну, он как не совсем снеговик, но прикольно. Максимум. Нет, это Макс. Максимум штаны. В общем, в H&M 20% скидки были. Еще Максимум футболка. Это не футболка, футболка с коротким рукавом. Тоже меняет.
синенький динозавр был. Это что тоже Макс. Макс у нас бедный, всегда без одежды остается. Так что мы ему много понабрали. Он у нас один мальчик. Ниндзяго. Здесь тоже цвет меняет. Этот очень хороший. Этот. Угу. Очень сильный. А это кому? Это Каролина. Каролина, на тебе джинсики. Как у меня? Ну, я что? Это я тоже Макс. Ага. Тоже мам, Макс. А. Я что же такие взяла? Не знаю. Вот опять штанишки Каролина. Это вообще... Да, это тоже Каролина. Каролина, на твои штаны. Надеюсь, они не большие. Маечки. Вот. Это Маргарита. Смотрите, единорог с рогами оленя. Мира, Уалис. Угу. Ксюшка, ты в этот раз что-то вообще себе ничего не выбрала. Да, она не хотела. Мне не нужно много. Не нужно? Видите, труселя? Какая скромная. Но это не показывает, это труселя. Это твои труселя, Ксюш? Да. Ладно. Это магазин топики. Топики тоже не надо. Моя Ксюша шапочка. Шапочку себе выбрала. Я тоже себе выбрала шапку. Тоже меняется, да, меняется. Но цвет. Она в другом пакете. Угу. В общем, Ксюшка. Она тебе идет. Да, прикольная я шапочка. Я хочу эту потерять. Если я потеряю ее... Ты опять будешь плакать? Да, всегда. Ксюша, я тебе скажу, тип, всегда Вот это вот, Ксюшка, папа, классно взяла, смотрите, ребята, она прямо это переливается. Подожди, не трогай, смотри. Вот так вот, у нее закрытые глазки, а тут открытые. Я тоже закрытые, хотела открытые. Такую, но я потом передумала. Смотрите. Очень круто, там были еще другие. Ну, там были такие с кошечками, собачками. Я такой не видела раньше. Ой, я тебе сказала, я то же самое купила, как у Карлины. А, ну смотри, здорово. То же самое марка. Угу. Вот так вот, представляете? Говоришь, покупай, а она еще не хочет. А я себе вот такие вот взяла. Как у Маргариты похожие. Только, конечно, это не Adidas, но, в принципе, мне все равно. Нью-Йоркер. Похоже прям. А я, у меня нет ничего розового, чтобы с вами. У меня вот такая вот белая. Вторая кофточка такого цвета. Дай мне шапку. Шапку я тоже себе взяла, потому что Маргарита мою забрала. На тебе большая. XYYZY. Да. Я взяла вот такой вот костюмчик, это кофточка. Вот такими вот пингвинчиками. И спортивные это штаны тоже. Это моё платьишко, мама. На штанах тоже такие вот пингвинчики. Что еще? Ну, футболки я взяла так дома, чтобы ходить. То есть это моё платье. Молочко и печенька Орео. Орео. Сколько она стоила? Молоко. В общем, где-то она $5 стоила. Почти $5, чуть меньше. А папа наш себе ничего не захотел. Он сказал, что он в следующий раз поедет один. И спокойненько будет ходить и выбирать то, что ему нужно. Кстати, завтра продолжаются еще скидки. Да, по-моему, они даже еще неделю будут идти. А, еще вот такие вот штанишки взяла с красными лампасами. Мам, помнишь, мы видели, как у меня вот такие вот? Да, но у меня размера не было. Сейчас это 2019. Завтра будете танцевать, давай. Ксюшка уже там спит. А, ты еще одеваешь платье, тоже мазаться. Надо до обеда, наверное, будете спать, да? Мама. Или мультивитамин. Окошко закрыть, жалюзи? Нет. Ксюша хочет закрыть. А зачем? Не знаю. Чтобы утром не мешало. Солнце. Я не знаю, как вы еще выдерживаете. 12 часов ночи вы еще не спите. Я уже давно спать легла. Все, пока. Спокойной ночи. Всем пока. Я не закрою дверь. Все, спокойной ночи. Пока, ребятки.